Про туберкулез уже сказано многое, и огромное количество видео есть в интернете. В чем особенность этой лекции? В том, что она для студентов, для ординаторов и для интересующихся, и акцент идет на разнице философии в подходах к лечению к туберкулезу в России и, скажем так, в Европе и в США. Давайте начнем с просто с азов, да, потому что нужно понимать, разделять для себя, что такое инфекция, с чего все начинается. Значит, нужно знать, во-первых, три стадии заболевания. Первое, так называемая экспозиция, второе – инфекция, и третье – это уже непосредственно болезнь. Обратите внимание, да, экспозиция – это тогда, когда мы подверглись непосредственно попадению вот этой палочки в наш организм. То есть мы ее вдохнули, либо мы проконтактировали с кем-то в открытой форме, либо каким-то другим способом, но так или иначе. Туберкулез попал, мы вдохнули в легкие. В легких проживают макрофаги. Вот эта вот голубая блямба, которая нарисована, это макрофаг. Макрофаги, естественно, подъедают все то, что не нужно, и они съедают эту палочку. И в 70% случаев человек полностью элиминирует таким образом палочку Коха. То есть в 70% случаев вот эта вот большая стрелка, вообще ничего не происходит. Если организм здоров, если у него достаточно сил, если иммунная система реагирует адекватно, то происходит полная элиминация возбудителя. К сожалению, в 30% случаев палочка Коха не элиминируется, она сохраняется в этих макрофагах, и более того, она начинает там репликацию свою. Как только макрофаги не справляются, начинают подтягиваться Т-лимфоциты. В основном мы говорим о CD4 в данном случае. И вот это вот состояние уже называется инфекцией. То есть тогда, когда палочка попала в организм и она там осталась. То есть человек инфицирован. Но обратите внимание, что он еще не болен. То есть инфекция, инфицирование и болезнь – это разные вещи. Инфекция подразумевает, что в организме нашего пациента находится палочка. Что происходит? Так как палочка находилась в макрофагах, то, естественно, с этими же макрофагами она и попала в прикорневые узлы легких, да, то есть она начинает распространяться по этим легким. Основные места, куда она попадает, ну, естественно, это корни легких, да, там, где есть большое количество узлов, там, где, собственно, и реагирует наша иммунная система. Здесь же у нас большое количество лимфатических сосудов и так далее. Но куда именно попадает палочка, когда мы ее вдыхаем? Как бы вот напрямую сюда. То есть, да, это наиболее короткий прямой путь. Поэтому в средних или в нижних отделах легких будет формироваться так называемый первичный очаг. То есть сюда была занесена палочка, здесь иммунная система на нее отреагировала, но ничего с ней сделать не смогла. Ну, в принципе, вот это тоже относится к средним, да, то есть вот это так называемый очаг гона, вот это вот то, что мы видим, первичный очаг. То есть здесь сюда она попала, и здесь, к сожалению, с ней не справились. Вы видите вот такую полосочку, да. Это так называемое, ну, как бы воспаление вот этого лимфатического узла, лимфангит. То есть мы видим область пневмонита, первичный очаг гона, мы видим лимфангит и мы видим аденопатию корней легких. Да, возможно, кальцификаты, но характеристику очага гона вот в нее входит лимфангит, пневмонит, лимфангит и аденопатия корней легких. Это знать обязательно, потому что будут и другие очаги, и нам нужно знать характеристику первичного. Что нужно запомнить? Что как вдохнули палочку, куда она попала, а попадает она прям, ну, по прямой, скажем так, в средние и нижние отделы, поэтому очаг гона надо искать в средних и в нижних отделах легких. Есть экзаменационные задачи, собственно, со снимками, и нужно понимать, где искать, и нужно понимать, как отдифференцировать свежий очаг, да, от, собственно, реактивации инфекции в легких. Поэтому, еще раз,
Первичный комплекс туберкулезный или очаг гона – это когда инфекция только попала в организм, макрофаги с ней не справились, начинается воспаление, туда подтягиваются лимфоциты, начинается, по сути, инфекция, и результатом этой инфекции мы видим аденопатию корней легких, лимфангит и непосредственно пневмонит в области, куда была занесена палочка. Что происходит дальше? Собственно, дальше в 90% случаев происходит сохранение этой палочки вот в этом очаге. И это так называемая латентная форма туберкулеза. То есть, когда человек инфицирован, но вроде как он не болеет. То есть, просто палочка живет с ним по жизни и чисто теоретически ничего там особо не происходит. Почему? Потому что на самом деле организм постоянно сдерживает эту инфекцию. То есть там постоянно происходит формирование как бы гранулемы, да? То есть тогда, когда макрофаги будут в центре что-то подъедать и разрушать, по бокам будут лимфоциты, да, тоже сдерживать. Но мы гранулемы еще чуть попозже посмотрим. И, к сожалению, в 10% случаев это касается ситуации иммунодефицита, происходит реактивация болезни. То есть тогда, когда иммунная система не в состоянии сдерживать эту инфекцию, происходит ее диссеминирование этой палочки и происходит реактивация. Гранулемы исчезают. Почему? Потому что гранулема, по сути, это иммунная реакция. Если иммунной реакции недостаточно, то и гранулема вся разваливается, а палочка разлетается туда, куда ей хочется. В этой ситуации, конечно, мы видим и реактивацию в очагах, мы будем наблюдать воспалительные процессы в легких, мы будем наблюдать воспалительные процессы в других органах, но об этом, опять же, чуть попозже. Вот эту форму туберкулеза еще называют в России открытым туберкулезом, да, тогда, когда палочка активно выходит, потому что здесь-то она будет сдержана, тогда, когда палочка выходит в окружающую среду, да, потому что она освободилась с кашлем, с мокротой и так далее, да, собственно, вот это называется открытая форма туберкулеза. Вы также видите здесь вот этот небольшой квадратик, повышенный риск первые 2 года. Что это означает? Что если все-таки произошло инфицирование, да, первое инфицирование, то риск активной формы туберкулеза, развития активной формы туберкулеза повышен в течение 2 лет. Первые 2 года после инфицирования. То есть, если в течение 2 лет туберкулез не активировался, а сохранился вот в очаге, да, то, скорее всего, он так и останется в латентной форме. Конечно, это не совсем так. Любая иммуносупрессия в результате хронического заболевания, приема кортикоидов, биологических препаратов, подавляющих иммунитет, пожилой возраст, инфекции ВИЧ или ее прогрессия, или даже отсутствие адекватного питания, когда нет достаточного количества белка, а это напрямую будет отражаться на состоянии иммунной системы, да, то есть это будет приводить к определенной иммуносупрессии. Все это в любой момент жизни может привести в любой момент жизни к снижению сопротивления и, естественно, к снижению сдерживания и реактивации инфекции. Но чисто статистически, да, это, конечно, там, прием каких-то препаратов и так далее, это все-таки какие-то частные случаи. В целом мы смотрим по, имеется в виду, резистентность иммунной системы. Если она первые 2 года выдержала, то, как правило, она и будет выдерживать, да, то есть как бы так и останется вот эта инфекция сдерживаться где-то в каком-то очаге. Когда мы говорим про туберкулез, то мы чаще всего думаем про легкие, но на самом деле есть огромное количество очагов туберкулезных вне легких. Самая частая внелегочная форма – это мочеполовая система. Мочеполовой туберкулез или нефротуберкулез – это воспаление паренхимы почек. Часто это бывает бессимптомно.
А симптомы, которые постепенно начинают проявляться, настолько многообразны, что вообще сложно диагностировать причину. Это может быть и общее недомогание, и повышение давления, иногда боль, например, там, нарушение при мочеиспускании. В моче может обнаруживаться пиурия, но без бактерий, да? То есть стерильная пиурия. Что такое пиурия? Лейкоцитоз, да, то есть лейкоциты, большое количество лейкоцитов в моче, а бактерий мы не находим. Посев делаем в моче, там все чисто. Моча имеет кислую реакцию, и можно найти микобактерии, ну или получить их при посеве. Да? То есть, также возможно гематурия. То есть гематурия – это обнаружение эритроцитов в моче. Закупорка мочеточников, да? Например, казиозными массами. То есть это вот все, это казиозные массы. Будет приводить к чему? Ну, закупорка, значит, как камень, да, то есть будет картина мочекаменной болезни, хотя на самом деле мочекаменной болезни нет. Или же, может быть, рубцовые изменения мочеточника тоже может приводить к симптомам почечной колики. И еще, например, один вариант поражения мочеполовой системы – это эпидидимит. То есть нужно тоже подозревать, нужно тоже об этом не забывать. Еще одно частое проявление внелегочного туберкулеза – это туберкулезный аденит. Аденит. Чаще в области шеи, конечно. Но вот я нашла статью с поражением узлов бедренной области. Чем они интересны? Тем, что при начале лечения имеют свойство вскрываться, и из них начинает выделяться вот это вот казиозное содержимое. Это полезно знать и для практики, и для экзамена, да? То есть вы начали лечить пациента специфическим, да, там, лечением, и вдруг вот это все вскрывается, да, начинает. То есть вы должны об этом пациента, естественно, предупредить. И, естественно, лечим мы таких пациентов стационарно, чтобы они это все не выделяли, да, там, где они проживают, в окружающую среду. Потому что, конечно, там будет и палочка тоже. Подобный аденит, он безболезненный, ну, обычно безболезненный. Узлы, которые прощупываются, они упругие, плотные. И вот такая ситуация, она обычно ассоциируется с ВИЧ. То есть у ВИЧ-инфицированных эта форма внелегочного туберкулеза самая частая. Дальше, костная система. Снимков не предоставляю, но в целом нужно знать, что чаще поражаются участки с хорошим кровоснабжением. Это позвонки, бедренные кости, плечи, предплечья. Сначала формируются гранулемы, а потом формируются холодные абсцессы. Можно обнаружить спондилодисцит, это поражение межпозвоночных дисков. Но подобные абсцессы, они как бы обычно не нуждаются в дренаже, то есть просто назначают специфическое лечение, и они как просто сам разрешаются. И еще из разновидностей туберкулеза на экзамене может попасться упоминание в задачах, такие как менингит, например, и поражение, в данном случае поражаются в основном основание мозга, черепно-мозговые нервы, и в спинномозговой жидкости при этом мы можем обнаружить гипогликархию, то есть сниженное количество глюкозы в ликворе, да, гиперпротеинархию, то есть повышение протеинов, повышен цитоз ликвора за счет лимфоцитов. И вот эти характеристики ликвора нужно запомнить, потому что именно так оно и будет попадаться в задачах. То есть там будет описание какого-то менингита и характеристика, собственно, вот этого ликвора, и вам нужно будет догадаться, что это туберкулез. Никакой палочки там не будет. Значит, от мозга спускаемся ниже, может быть поражение глаз туберкулезом в виде увита, хориоидита, сердце, соответственно, перикардит, поражение кишечника, например, элит, и, возможно, еще поражение кожи. Вот поражение кожи мы остановимся подробнее.
В кожу туберкулезная палочка может попасть двумя путями. Гематогенной диссеминацией, но чаще от прилежащих каких-то органов, например, от кости, сустава, от лимфатического узла. Ну, вот в данном случае это гематогенная диссеминация. Да? Палочка также может попадать не только с гематогенной диссеминацией, но и при прямом контакте, когда загрязнен инструмент, например, в косметических кабинетах, там, да, там татуирование, шрамирование и прочие подобные ситуации. Вот если происходит первичное инфицирование через кожу, то в месте внедрения образуется шанкар. Вот он, туберкулезный шанкар. На самом деле вообще проявлений кожного туберкулеза их много. И для любого врача, конечно, начинать с кожи будет диагностической загадкой. То есть тяжело диагностировать туберкулез, начиная с кожи. Я покажу только самые яркие случаи из одной статьи. Вот это вот нужно знать. Это так называемая эндуративная уплотненная эритема базена. Вот так она в иностранных источниках, вот эту фамилию можно запомнить. Это одна из наиболее распространенных диссеминированных форм туберкулеза кожи. И если попадется на экзамене задачка, то она будет именно вот такой. Чем проявляется? Это такие плотные, глубоко расположенные узелки. Они увеличиваются, как бы у них есть такие инфильтраты плотные, синюшно-красного цвета, порядка там до 5 сантиметров. Вот эти узлы, они залегают глубоко в коже или в подкожные, и в подкожной клетчатке. И вот их пальпация может быть слегка болезненной. Все эти характеристики обязательно нужно запомнить, потому что это может быть описание задачи на экзамене. Ну и в принципе для практики, да, тоже будет полезно. Где чаще всего подобная форма обнаруживается на именно голенях, поэтому я и здесь поместила фотографию с голени. Может быть, конечно, и на бедрах, на ягодицах, на верхних конечностях, но вот эту картинку нужно запомнить обязательно. Очень редко поражается оболочка рта по такому же типу или носоглотке. Вот достигнув максимума развития через несколько недель или месяцев, вот эти узлы начинают регрессировать, оставляя после себя кольцевидную атрофию и пигментацию. Это просто на будущее для вас. А вот эта картинка, которая уже промелькнула, это так называемый люпус вульгар с желтоватыми такими узелками. Если здесь вот присмотреться, в некоторых странах их называют по типу яблочного пюре. Вот если видите в задачке словосочетание яблочное пюре, то это, скорее всего, про туберкулез. Еще один вариант – это бородавчатый туберкулез. Тоже можно посмотреть, видите, да, то есть сложно как-то какой-то дифференциальный диагноз проводить. Ну и еще мы говорили о шейном адените, и вот подобное проявление туберкулеза может быть вообще первым и диагностическим, то есть по вот такому поражению вполне можно выйти на туберкулез, то есть это очень такая яркая картина. Поэтому это надо знать. По-русски оно еще называется, в старину называлось золотуха, устаревшее название. Но более научное это скрофулез. И слово скрофула, оно почти во всех языках звучит одинаково, так как это от латинского скрофа, свинья. Скрофула это такие вот набухшие, собственно, узлы шеи и характерные вот эти вот покраснение вокруг кожи, язвочки, корки, инфильтраты. Вот это вот золотуха, скрофулез. Запомнили. Значит, от проявлений внешних, да, и маскировки этого туберкулеза и диссеминированных форм туберкулеза мы просто уже перейдем к диагностике. Обратите внимание, что про осмотр и анамнез я вообще ничего не указываю и ничего не говорю. Почему? Потому что нету туберкулеза явных признаков. В большинстве случаев его вообще обнаруживают случайно. Ну, если уж говорить о симптомах, то это, наверное, там усталость, потеря веса, ночные профузные поты, может быть, кашель, иногда мокрота с кровью, да, как в фильмах. Но на самом деле всей этой симптоматики может вообще не быть или будет что-то одно. Ну, а мокрота с кровью,
историю, это вообще казуистика, это мы оставим для фильмов. Как в наше время ставится все-таки диагноз туберкулеза? Чаще всего это вот какое-то обследование, какому-то обследованию подвергается человек, и для, скажем, латентной формы нам подходит либо реакция МАНТУ, либо квантифероновый тест, здесь он называется ИГРА, потом расшифрую, объясню, что это за тест. Ну и наш любимый рентген снимок, то есть быстро, дешево и довольно показательно. Ну и открытая форма тогда, когда мы уже можем, собственно, саму палочку диагностировать, то есть, например, с мокротой, да, или с выделением каких-то соков, или там содержание вот этих вот казеозных масс и так далее, то есть мы можем уже получить непосредственно самого возбудителя и его диагностировать микроскопией, можем посевом и можем методом ПЦР, об этом тоже чуть-чуть подробнее. Сейчас поговорим. Значит, начнем с нашей любимой пробы МАНТУ, которая, казалось бы, всем уже такая как бы простая и известная, но есть много подводных камней. Значит, вообще, что такое МАНТУ? Это когда внутрикожно вводится определенный белковый комплекс. Вот эти вот белки PDD в иностранной литературе они обозначаются. Нужно знать, что входит в этот комплекс PDD. Туда входят не только белки микобактерии туберкулезис, ну и другие микобактерии, то есть там и в том числе и палочка та, которая, собственно, входит, которой мы вакцинируем, да, БЦЖ, собственно, тоже входит в этот комплекс. Что это означает? То, что в результате реакции, которую мы замеряем, она может быть не... То есть мы замеряем гиперчувствительность четвертого типа. То есть мы говорим о том, что если реакция есть, то значит у человека есть этот возбудитель в организме. Но дело в том, что это может означать, что у этого пациента не микобактерия туберкулезис в организме, а у него другие типы микобактерий, которые вообще как бы к туберкулезу не имеют отношения. То есть у него другое заболевание. Но при этом у него проба МАНТУ может быть ложноположительной в этой ситуации. И еще один момент. Вот на это нужно акцент поставить. Значит, для нас, для России, так как у нас всех вакцинируют еще в роддоме, то для нас реакция МАНТУ в 10 мм не считается положительной. Почему? Потому что, в принципе, вот в эту вот МАНТУ входит вот этот комплекс белков, который входит в нашу вакцину, и, естественно, наш организм вакцинированный, он будет реагировать и на эти белки тоже. То есть реакция в 10 мм для нас считается нормальной. Но в США, например, или в Европе, где вакцинация не происходит, где вакцинация не проводится, отрицательной пробой считается бляшечка такая вот эта вот, менее 5 мм. Почему? Нет этого комплекса белков, не знаком организм с этими белками, не была произведена никогда в жизни вакцинация, и, соответственно, если у пациента МАНТУ, реакция МАНТУ дала результат 8 мм, это положительная реакция. На этом попадаются наши русские врачи, когда сдают экзамены, ну или вообще, когда начинают работать за рубежом, то есть они совершенно не берут в расчет то, что население Европы не вакцинировано, и, соответственно, их реакцию МАНТУ нужно оценивать по-другому. Как же ее оценивать? Давайте проговорим. Значит, через двое-трое суток вы просто тупо замеряете размер вот этой бляшечки. Соответственно, у европейского невакцинированного населения должна быть реакция менее 5 мм. Если более 5, то результат считается положительным. Если мы знаем, что человек вакцинированный, то тогда у него реакция считается отрицательной менее 15 мм. И дальше опять же начинаются особенности. Если пациент ВИЧ-инфицированный и у него выраженный иммунодефицит, но нас, честно говоря, даже выраженный иммунодефицит не интересует, вообще все ВИЧ-инфицированные, если есть хоть какое-то покраснение, то мы считаем реакцию положительной. Почему? Потому что его лимфоциты и так поражены, то есть у него уже и так неадекватный иммунный ответ будет в любом случае, и если хоть какой-то ответ произошел, это говорит о том, что, скорее всего, он инфицирован.
И, к сожалению, реакция манту может быть ложно отрицательной. Почему? Потому что, например, в связи с иммунодефицитом, не ВИЧ природы, любой другой иммунодефицит, например, даже синильный иммунодефицит, тогда, когда, ну, просто в силу пожилого возраста, реакции замедленные и так далее и тому подобное, ну, не реагирует организм должным образом, да? То есть у него отрицательная вроде как реакция. Вот мы замерили, она вроде как отрицательная. Это ложная отрицательная реакция. И еще один момент – это наличие активной формы туберкулеза. Ну, активная форма туберкулеза, она развивается тогда, когда как раз есть какая-то иммуносупрессия. То есть, естественно, что если есть иммуносупрессия, то и не будет адекватной реакции на манту. То есть, у манту есть минусы. Какие? Во-первых, ложноположительные результаты у вакцинированного населения. То есть мы не можем понять, вакцинирован, не вакцинирован, если у нас нет анамнеза, да? И второй момент – это ложноотрицательные результаты у иммуносупрессированных лиц. И вот внизу еще такие вот картиночки. Это для того, чтобы просто запомнить, что такое бустерная доза. Значит, предположим, что у нас пожилой человек, мы ему ввели, у нас все основания на подозрение на туберкулез, мы проводим диагностику, пробу манту, и проба манту получается отрицательной. Или, например, мы знаем, что у человека иммуносупрессия какая-то, и у нас опять же подозрение на туберкулез, и мы видим, что, скорее всего, там туберкулез, то есть у нас все основания подозревать, что туберкулез есть, мы делаем манту, и манту выходит отрицательным. Что можно сделать в этой ситуации? Дело в том, что иммунная система этого человека, она либо пожилого, либо иммуносупрессирована. Вот иммуносупрессия, видите, у него здесь лимфоциты такие перебинтованные, то есть они больные, нездоровые. И у пожилого человека они просто старенькие, медленно ходят, да? Просто реакция заторможена. Значит, мы можем в этой ситуации ввести так называемую бустерную дозу. То есть через 7-10 дней, ну, запомните неделю, через неделю после первого манту ввести еще раз сделать манту. То есть ввести еще раз эти белки. И вот тогда реакция выйдет положительная. Если она выйдет положительная, значит, собственно, мы не ошиблись. Первый раз она была ложно отрицательной. Ну и вы, наверное, знаете про Диаскин-тест. Принцип тот же, но там проверяют на так называемый дикий штамм. То есть вводят определенные белки, которые не имеют перекрестной реакции со штаммом, используемым при вакцинации. Но это не означает, что если проба положительная, то это туберкулез. Опять же, могут быть другие микобактерии. То есть Диаскин-тест нам позволяет только отсеять людей вакцинированных. И есть один момент, что Диаскин-тест не используется за рубежом, опять же. То есть, да, то есть это чисто такой российский вариант. Поэтому не ищите где-то там Диаскин-тест. Если есть какие-то проблемы с манту, то другой, более дорогой вариант – это квантифицированный тест. Итак, так как с манту много проблем, то есть ложно положительные результаты при вакцинации, бывает, что не выявляет латентный туберкулез и прочее, то был разработан и введен еще один тест – квантиферон. Это когда методом ИФА выявляют не реакцию лимфоцитов, а замеряют в крови наличие интерферона гамма, которые синтезируют вот эти Т-лимфоциты, чаще CD45, в ответ на присутствие в организме микобактерий туберкулез. Таким образом, мы ловим признаки наличия в организме именно туберкулеза, то есть это специфические лимфоциты конкретно к вот этому к возбудителю туберкулеза. Мы замеряем гамма-интерферон специфических лимфоцитов. То есть этот тест, он более специфичен.
но он еще и более чувствителен, очень удобен для диагностики латентного туберкулеза, но это как бы не для экзамена сейчас была фраза, да, потому что на экзамене там я задачку потом покажу. У этого теста тоже есть проблемные стороны, так как он основан на продукте, который синтезирует Т-лимфоциты, то у всех лиц с выраженным иммунодефицитом, который поражает Т-лимфоциты, тест будет ложно отрицательным. Да? То есть, к сожалению, не у всех мы все-таки можем. Что значит выраженный? Там, по-моему, менее 100 клеток считается, что может быть квантиферон, ну, например, при ВИЧ, да, менее, если уже менее 100 клеток, то считается, что квантиферон может быть ложно отрицательным. Реализуется тест из венозной крови, то есть мы ничего не вводим в организм человека, и дальше мы уже играем с лимфоцитами, которые находятся в этой пробирке. С одной стороны, это хорошо, потому что мы можем назначить такой тест беременным, например, в отличие от БЦЖ, или даже во время другого основного, ну, какого-то острого заболевания, то есть как раз когда пациент поступает в больницу, например, да, нам это удобно. Но с другой стороны, это определенные требования к забору и хранению материала. Квантифероновый тест выполняется из теплых пробирок, ну, то есть там очень короткие сроки доставки в лабораторию. И поэтому, если в вашей лаборатории это не делается, это какая-то более централизованная, да, лаборатория, вам куда-то это отправлять, то подумайте, потому что у вас могут быть ложно-отрицательные результаты. Ну, правда, там есть контроль, то есть... Как вообще все это происходит? Кровь забирают в специальные пробирки, вот они, в которых содержатся специальные пептидные антигены микобактерий. И с метагеном. Пробирка с метагеном нам нужна, чтобы проверить иммунный статус пациента. В этой пробирке результат должен быть обязательно положительным. Если в контрольной пробирке с метагеном результат отрицательный, то либо сбор был неправильный, то есть долго лежали пробирки и лимфоциты уже померли, либо в принципе у человека мало лимфоцитов, ну, например, СПИД, да? Или же плохо в лаборатории перемешали еще пробирку с метагеном, это тоже такое бывает. Пробирки инкубируют примерно сутки при 37 градусах, при этом образец должен быть свежим, чтобы лимфоциты там были живыми, то есть не более, по-моему, 16 часов после сбора, что-то такое. И пока происходит инкубация, живые лимфоциты реагируют на белок в пробирке и синтезируют вот этот интерферон. А нам на следующий день достаточно только центрифугировать, собрать плазму и методом ИФА уже замерить интерферон гамма. Это, знаете, это как гильзы. Вот если гильз много, значит, тут была битва, значит, лимфоциты пытались сражаться, а значит, знакомы вот с этим врагом, да? А значит, да, у пациента внутри его тела микобактерия туберкулезис. Значит, вот эта вот диагностика, микроскопия, да, микроскопия и посев, она касается, ну и ПЦР тоже, это все касается только активных форм туберкулеза, тогда, когда выделяется в окружающую среду непосредственно палочка. Микроскопия мазка с окраской по Зелен-Нильсену, характеристику вот этих бацилл нужно помнить. Я специально поместила фотографию, чтобы вы запомнили вот эти ярко-малиновые палочки. Почему? Потому что, во-первых, и в задаче может быть описание результатов микроскопии вот просто словами, да, и на практике ответ из лаборатории придет в форме, в какой. Обнаружены палочки кисло-спиртоустойчивые. Ну, это за рубежом говорят, а в России говорят кум. Кум означает кислота у устойчивой микобактерии. Угу. То есть вот такой ответ придет. То есть обнаружены или не обнаружены. И если обнаружены, то там сколько, там уже будет характеристика. Значит, в данном случае мокрота
вот этот вот образец, это мокрота, и палочек тут много, но мокрота бывает скудной, и палочки еще нужно поискать, например, вот так, да, то есть вот раз, и там по многим полям зрения, то есть там целая технология, поэтому на самом деле микроскопия — это не очень чувствительный метод. Но дело даже не только в чувствительности, дело в том, что, во-первых, мы говорим только об активных или открытых формах туберкулеза, а во-вторых, отрицательный результат все равно не исключает заболевание. То есть именно микроскопию для постановки диагноза использовать — это, наверное, не очень разумно. Поэтому есть еще вариант — это произвести посев на твердую среду Левенштейна Йенсена. Обратите внимание, как пишется фамилия. Это немецкая фамилия, поэтому вот этот J, она произносится как E. И вы на экзамене, когда ищете ответ, вы глазами ищете другую букву, потому что вы привыкаете к фамилии Йенсен. И это сбивает с толку, то есть вы теряетесь. Левенштейн, Йенсен, вот так вот. На твердой среде, соответственно, результат будем ждать долго, нудно, и пациент уже от нас сбежит. Результат только 4-6 недель. Альтернативной средой является жидкая, Бактек. В этом случае результат будет через 2 недели, но это опять же очень долго. Это стационары различные, да, это имеет смысл. А так-то самым быстрым является ПЦР. Поэтому при подозрении на туберкулез все-таки делайте ПЦР. Во-первых, это несколько часов всего занимает, а во-вторых, чувствительность очень высокая. В общем, лабораторная диагностика туберкулеза, она достойна отдельной лекции. И если нашим коллегам из КЛД будет нужно, то мы сделаем отдельную такую, так как там нужно знать окраску, как микроскопировать, как работать с мокротой и, в общем, из каких вообще сред мы можем выделить туберкулезную палочку. В общем, это очень долгий разговор. Ну и наш любимый рентген, да, то есть рентген, он и для всех видов туберкулеза, для открытых, для латентной, для активной формы подходит. Поэтому сначала мы, наверное, схематически сделаем схемочку, ну просто схему набросаем, да, какие формы туберкулеза, чтобы нам зрительно запомнить, какие стадии бывают. Во-первых, это нужно, чтобы вы знали, что искать на рентгеновских снимках на экзамене, так как на экзамене, конечно же, дадут типичный снимок, и нужно просто уметь определять, что это туберкулез и в какой стадии. Картиночка, мне вот эта вот схемка понравилась из интернета, потому что здесь, наверное, наиболее просто и понятно, но здесь, к сожалению, все стадии, они в кашу, да, то есть они все вместе тут изображены. Но зато вот целиком зрительно очень удобно запомнить. То есть вот так вот ее запомните и все. Вот видите, красным очаг гона — это первичный, да, а вот уже желтеньким субапикальный — это очаг взрослого типа. Значит, первичная инфекция, то есть только что заразился. Сейчас я переключусь, попробую рисовать. Значит, первичная инфекция, только был в контакте с открытой формой. Что может быть? Инфекция летит со вдыхаемым воздухом. Да? Куда она летит? Самый прямой короткий путь — это средние, нижние доли легких. Поэтому рисуем в средних долях очаг. Вот здесь вот. Это будет наш очаг. Это первичный очаг. Очаг гона. Плюс активное воспаление, которое может дать аденопатию. Рисуем здесь что-нибудь такое вот. Это вот наша аденопатия будет. И у корней может быть еще лимфангит, да, то есть вот эта вот дорожка, вот такая вот у нас будет схема, то есть вот это вот наш первичный очаг гона. Это схематично я нарисую, потом покажу снимки. Значит, запомнили, да? Конечно, еще может быть там плевральный выпад, ну это уже не принципиально, просто можно, не знаю, какое-нибудь затемнение нарисовать, не знаю, что-нибудь. Теперь инфекция начала расползаться. Она расползается с током крови,
потом реактивируется где? А реактивируется она в верхушке, потому что тут концентрация кислорода оптимальная и лимфа не так активно движется, поэтому меньше вероятности быть съеденным. Вот тут туберкулез и обоснует свой штаб. Это так называемый субапикальный очаг взрослого типа. Но я сейчас как бы подрисую по-другому, да? Значит, этот очаг, он с некрозом. А некроз что дает? Разрушение. То есть там будет образовываться каверна. Я все это говорю просто, чтобы вы запомнили. Поэтому вот так вот это дадут на экзамене. Типичную каверну. Да? Рисуем кружочек с такой в опекальной части. Она такая каверна с гладкими краями. Ну и там может быть, конечно, и бронхопневмония. То есть вот это вот все. Тут будет какое-то воспаление непонятное, то есть там что-то вот такое. Но вы увидите каверну, ищите каверну в опекальных частях. То есть это вот будет типичная такая картина экзаменационная. Бронхопневмонию туберкулезную вы на рентгене не отличите, поэтому рисовать смысла нет. Нам нужно просто запомнить расположение типичных очагов. Значит, запомнили каверну. И последний снимок – это при тяжелой иммунной недостаточности, когда иммунитет не может сдерживать палочку, и она разлетается, размножается, где ей вздумается. И тут все легкие будут поражены, так называемый милиарный туберкулез. То есть тут будет такое множество маленьких очажков. Не путайте с, как бы, с, тут именно милиумы, то есть такие все-таки очишки такие вот маленькие, они такие будут крупные, да? Вот как-то так примерно. Ну, потом посмотрим. Значит, это много мелких очагов, множество мелких очажочков по всем полям. Итак, первое — это первичный очаг гона, когда мы видим что-то в средних долях, просто такое вот что-то светлое, да, то есть там воспаление будет, к этому воспалению, конечно же, еще поражение лимфатических узлов и, может быть, лимфангит, да. Если мы говорим о инфицировании, то есть реактивации инфекции и у взрослом очаге, то это будет каверна. То есть ищите каверну и чаще в опекальных, или же вот такие точки — это милиарный туберкулез. Теперь смотрим снимки. Значит, вот это первичная инфекция. Она проходит бессимптомно или же в форме пневмонита в средних нижних долях и аденопатии у корней легких. Здесь стрелочкой обозначена аденопатия у корней легких. И вот здесь мы, например, видим очаг гона, но в нижних долях. То есть я рисовала в средних, а здесь будет в нижних. Ну, может быть, плевральный выпад, здесь его нет. А вот это вот, это реактивация. Я поместила эту картинку, потому что она где-то на экзамене всплывала. Она не очень характерная на самом деле. Значит, здесь мы видим инфильтрат в опекальных сегментах верхних, да, верхний или же верхние сегменты, вот там как бы нижних долей, потому как концентрация кислорода, да, оптимальна, и замедлен лимфодренаж. То есть вот где-то в опекальной части что-то нас должно смутить. Значит, снимок не показательный, он сложен для экзамена, посмотрим следующий. Вот это, смотрите, сразу ищите каверну. Вот она, пожалуйста, каверна в опекальных, да, в опекальных областях. Здесь мы еще видим, на самом деле, потери объема и даже смещение трахеи. То есть, но самое главное, что первое, что вы должны заметить, вот и сразу же ответить на вопрос на экзамене, это наличие каверны с гладкими стенками, да, в верхних долях. А вот это вот милиарный туберкулез, то есть множество таких вот очагов, да,
которые, ну, в общем-то, мини-очишки, мини-очишки, миелиомы. Ну и теперь еще диагностика у контактных, да, то есть у контактных могут возникнуть вопросы, что нам делать с этим контактом, да, вообще, как бы, рекомендуется на самом деле изоляция, но это не всегда возможно, например, пожилые люди, требующие ухода, маленькие дети. Конечно, естественно, рекомендуется маска, регулярное проветривание, обеззараживание, химиопрофилактика контактного лица. Ну, у нас, понятно, в России всех изолируют, но это в России. Вообще считается, что активная или открытая форма туберкулеза перестает быть заразной после 2 недель лечения, когда микроскопия мокроты оказывается отрицательной. Обратите внимание, микроскопия оказывается отрицательной. То есть это не значит, что в мокроте нет палочки. И для России это вообще, я вот подчеркиваю, что микроскопия, она должна производиться опытным врачом. И не после неопытного, который там еще тряпочкой протрет маслом, да, со стекла, а потом передаст образец старшему, ну или более опытному сотруднику, и, соответственно, там вообще и была-то одна палочка, а уже после протирки не стало, да, ее. Хорошо, значит, если вы вообще пациент, то сдавайте в профильном учреждении, в России таких много, или же сдавайте в 2 разные крупные лаборатории, я имею в виду мокроту на микроскопию. Да? Итак, что же нам делать с контактными? Ну, контактным мы назначаем рентген и МАНТУ, или же квантифероновый тест. И понятно, что там все не совсем гладко. Да? То есть этот тест, он может быть отрицательным. Но вот у нас человек проживал с открытой формой туберкулеза, да, рядом, в контакте. Он мог заразиться год назад, мог заразиться полгода назад, месяц назад, а он мог заразиться вчера. То есть вот вчера мы поставили диагноз его там другу, соседу, с которым он проживал, а вчера он заразился. Такое бывает. И вот мы не знаем, мы делаем МАНТУ или квантифероновый тест, а они выходят отрицательными. Но у нас же человек может быть просто в периоде окна, да, и поэтому как, что делать дальше? Значит, мы сделали рентген, сделали МАНТУ, и дальше все делится на два лагеря, до 20 лет и старше 20 лет, и младше 20 лет. Значит, те, кто младше 20 лет, это, ну, здесь написано, что, конечно, решить необходимость химиопрофилактики, здесь дети до 5 лет, но на самом деле считается все младше 20 лет. Считается, что у людей младше 20 лет высокий риск заразиться туберкулезом, то есть они более восприимчивы к палочке, но при этом восстановительные возможности печени, они все еще высокие. Поэтому если мы этой когорте назначим химиопрофилактику, а химиопрофилактика у нас проводится изониазидом, изониазид – гепатотоксичный препарат, то вот считается, что до 20 лет, в принципе, можно назначить химиопрофилактику без последствий. То есть риск небольшой. Поэтому если рентген и тесты вышли отрицательными, то лицам, ну, грубо говоря, детям, назовем их, младше 20 лет, назначается химиопрофилактика изониазидом, а остальной когорте химиопрофилактика не назначается. Но мы должны подождать 2-3 месяца, потому что мы не знаем, может быть, человек был в латентной, в периоде окна. Соответственно, через 2-3 месяца этот контактный должен опять прийти и опять повторить рентген и МАНТУ, ну или квантифероновый тест. Если после этого получается, что тест вышел отрицательным, тогда, если была назначена химиопрофилактика, ее отменяем,
Если химиопрофилактика не была назначена, ее и не назначаем. Исключение составляют иммунокомпрометированные лица. В любом случае их химиопрофилактика продолжится в течение 12 месяцев, независимо от результатов теста. То есть им, конечно, делаем и рентген, и МНТУ, но если отрицательный результат, мы все равно назначаем им химиопрофилактику, и эта химиопрофилактика длится целый год. Если же после истечения 2-3 месяцев оказалось, что МНТУ положительный, то химиопрофилактика продляется еще на 6 месяцев. То есть в общей сложности химиопрофилактика длится 9 месяцев. Чуть попозже еще раз это обсудим. Теперь поговорим о туберкулезной гранулеме. Ее тоже нужно знать, потому что на экзамене выходят микрофотографии, и нужно будет уметь определять, что это гранулема именно туберкулезная. Значит, на фото, вот на этом, это типичная туберкулезная гранулема. В центре казеозный некроз, да, то есть потеря какой-либо архитектоники, нету никаких клеток. Это просто масса эозинофильная, то есть принимающая цвет эозинофила. Дальше по периферии идут вокруг эпителиоидные клетки, и затем следующий — это вал лимфоцитов. Да? Почему я вот эту фотографию, то есть прям вот видно, что это что-то, да, окружает, то есть как бы эта иммунная система пытается изолировать возбудителя. Некроз, потом макрофаги, которые едят все, что могут, и лимфоциты, которые тоже там занимаются стимулированием, привлечением и так далее. Еще можно увидеть вот такие вот большие крупные клетки. Это многоядерные клетки Лангханса. Вот эта вот фотография, она более приближенная, и вот здесь вот достаточно хорошо видно вот эта розовая масса некроза. Затем идет более светлый вал, зрительно более светлый, это макрофаги или гистиоциды их еще называют. И следующий вал более темный, такой вот это вот темный, это уже лимфоциты. Опять же мы видим крупную клетку Лангханса. Это гигантские клетки с большим количеством ядер, которые расположены по периферии, эти ядра, да, и сами клетки тоже, в принципе, по периферии. И вот эти вот ядра, они могут напоминать подкову. Их на английском языке так и называют там horseshoe pattern, да, то есть такие, на всякий случай запоминайте. Значит, в принципе, на самом деле эти клетки можно найти во многих гранулемах, не только при туберкулезе. Просто знайте, что это клетки Лангханса. Эта гранулема не специфична, но ее нужно распознавать и соотносить с туберкулезом. Ну, естественно, там вам еще будут даваться клиническая задача, поэтому вы можете еще как-то сообразить, исходя из клиники и данных каких-то других. Другие заболевания, с которыми там может быть сомнение, да, это саркоидоз чаще всего. Ну и вы либо по клинике ориентируетесь, что это туберкулез, либо вы смотрите на зону некроза. Да, то есть если есть зона некроза, значит это туберкулез. Вот, наверное, значит, о чем здесь вот это вот? Дело в том, что когда я говорила про иммуносупрессию, иногда у нас идет иммуносупрессия, так называемая запрограммированная, да, то есть она будет как бы в будущем. Например, некоторые заболевания, например, тот же болезнь Крона, например, или псориаз. В некоторых ситуациях, когда они не поддаются лечению, мы переходим на так называемые биологические препараты. И вот инфлексимаб, да, этернацепт, значит, они что делают? Они подавляют фактор некроза опухоли альфа. А этот фактор некроза опухоли альфа, он основной действующий агент в формировании гранулемы.
Поэтому, если мы вдруг начнем кормить нашего пациента вот этими препаратами, то если у него был латентный туберкулез, то этот латентный туберкулез вырвется на свободу из этих гранулем, и туберкулез перейдет в активную форму. Поэтому очень важное золотое правило. Прежде чем назначить биологическое лечение, обязательно нужно пациента проверить на латентный туберкулез. И сначала мы разбираемся с латентным, если обнаружен латентный туберкулез, то сначала мы разбираемся с туберкулезом, а потом уже мы говорим о биологическом, да, о возможности биологического какого-то лечения биологическим препаратом. Еще вот фотографии, вот еще одна, да, микрофотография. Сейчас, минуточку. Лучше мы начнем с таких вот, значит, более крупных фотографий. Мне понравилось то, что очень хорошо здесь все видно. Вот это туберкулезная гранулема. В центре розовая область некроза. Вокруг более светлые макрофаги, да? И затем более темный вал лимфоцитов. И можно видеть крупную клетку Лангханса. А вот следующую фотографию я прикладываю для того, чтобы вы сразу могли отличить саркоидозную гранулему от туберкулезной. Значит, это так называемая флеш-подсказка. Если саркоидоз достанется в форме микрофотографии, а симптомы не будут описаны явно и, в принципе, могут наблюдаться при туберкулезе, то ищите на фото фейерверки, салюты, вот эти вот розовые. Если нашли, то это саркоидоз. На экзамене не дадут непонятных снимков. Если дадут, то вот такие очевидные с розовыми фейерверками. А вот то, что изначально было, это вообще из Википедии, это сопоставление вот прям рядом двух гранулем. Одна из них туберкулезная, другая саркоидозная. Вот скажите, пожалуйста, какая саркоидозная, какая туберкулезная. Вот разница в том, что при туберкулезе есть вот эта зона некроза розовая. То есть вот эта вот розовая зона некроза, все вы видите, значит, это туберкулез. Здесь при саркоидозе такого нету, да? То есть хоть и фейерверков нету, ну, потому что она просто как бы далеко сфотографирована, да, на меньшем разрешении, то, в принципе, вы можете просто по зоне некроза ориентироваться. Это просто на чем ловят на экзамене. Теперь рассмотрим лечение туберкулеза. Туберкулез лечится антибиотиками. Сложные случаи – операционно. Антибиотикотерапия представлена двумя линиями – первой и второй. Вторая нужна для случаев, если у данного пациента обнаруживается палочка, устойчивая к одному из антибиотиков первой линии, и в случаях, если у пациента развивается непереносимость из-за побочных эффектов данных препаратов первой линии. Вы видите, что в первом квадрате представлены изониазид, рифампицин, пиразинамид. Немножко отстоит этамбутол, чуть позже объясню, почему так. Вот эти вот четыре препарата – это те, на которых базируется терапия туберкулеза, как латентных форм, изониазид – это для латентных форм, так и активных форм, то есть открытых форм туберкулеза, тогда, когда мы используем комплексную терапию, и там в схему входят все четыре антибиотика. Стрептомицин – это один из антибиотиков первой линии, которым мы заменяем что-то из этих, если вдруг что-то пошло не так. Из препаратов второй линии здесь я перечисляю те, которые вводятся внутривенно. Это для случаев, для некоторых задач может быть полезным. И есть препараты, которые, естественно, вводятся перорально. Из них особенно важно, нужно запомнить хинолон, левофлоксацин, моксифлоксацин и офлоксацин.
Просто это стрептомицин и хинолоны, как правило, это первые препараты, которыми мы что-то заменяем в случае, если что-то пошло не так в нашей стандартной схеме. Что касается побочных эффектов, да, то есть вот мы препараты первой линии можем заменять, если палочка резистентна или если есть какие-то побочные эффекты, которые проявляются у пациента. Вот что касается этих побочных эффектов. Их на самом деле огромное количество, но для экзамена важно знать основные. Первые два антибиотика, изониазид и рифампицин, они обладают гепатотоксичностью, выраженной гепатотоксичностью. И так как они идут в комплексной терапии для активной формы туберкулеза, то они еще и потенцируют друг друга и, соответственно, потенцируют гепатотоксичность друг друга. Но вот чуть что, отменять препараты из-за того, что они вызвали какую-то гепатотоксичность, и менять терапию, продлять ее, делать ее менее эффективной, это неразумно. Поэтому мне не нужны какие-то четкие критерии, когда я могу сказать, что вот в этом случае я оставляю, несмотря на то, что эти антибиотики проявили свою гепатотоксичность, но этот пациент может продолжить терапию ими. А вот этому пациенту я должна их заменить. И эти критерии таковы. Первое, значит, подъем трансаминаз и симптомы, такие как тошнота, рвота, боль в правом подреберье, однозначно я должна отменить. Да? Если трансаминазы повысились более чем в 5 раз, я должна отменить. И если ГГТ и щелочная фосфатаза повысились более чем в 3 раза, тоже я должна отменить эти препараты, заменить их. Вот эту схемку для экзамена можно ее запомнить. Значит, в чем смысл? Если просто поднялись трансаминазы, то меня, в принципе, это может не смущать. Если у пациента есть симптомы, придется отменить. Если поднялись трансаминазы и поднялись выражены, то есть превышают норму более чем в 5 раз, должна отменить. Ну и ГГТ и щелочная фосфатаза более чем в 3 раза тоже критерий для отмены этих препаратов. Значит, все это нужно запоминать. Также поступаем и с остальными антибиотиками. То есть, если симптомов нет, то и не стоит их убирать из схемы. А вот по лабораторным данным мы можем видеть какие-то превышения каких-то параметров. Ну, например, пиразинамид, он повышает, то есть там повышается мочевая кислота, мы можем видеть гиперуритмию, и при этом у пациента нет признаков подагрического артрита, то, значит, соответственно, я оставляю как есть. Давайте пройдемся все-таки по основным побочным эффектам. Значит, первый, изониазид, на первое место поставила гепатотоксичность. Кроме того, есть агранулоцитоз, да, то есть он может вызывать агранулоцитоз, соответственно, я это должна учитывать и включать в схему контроля пациента, да, то есть я должна за его общим анализом крови следить. Кроме того, он может вызывать периферическую нейропатию, то есть если какая-то симптоматика возникла у пациента, да, стоит задуматься, из-за чего это. Рифампицин, опять же, на первое место поставила гепатотоксичность, второе – нефротоксичность, соответственно, если меняются какие-то показатели, да, там тот же креатинин, который я тоже, опять же, должна включить в список обследования пациента, то тоже при повышении должна отменять препарат. И интересный побочный эффект, но это просто больше для экзамена, чем для отмены препарата, это оранжевые слезы. Конечно, будут не только слезы оранжевые, в принципе, все секреты организма приобретают такую окраску. Но вот оранжевые слезы любят спрашивать на экзамене. Пиразинамид, я уже сказала, гиперуригемия, и тоже есть гепатотоксичность, но она не на первом месте. И для этамбутола это ретробульбарный неврит оптического нерва и периферическая нейропатия. Собственно, основную проблему туберкулеза составляет резистентность палочки к антибиотикам, и в частности мультирезистентность. Собственно, поэтому до сих пор
люди умирают от туберкулеза. Посмотрела последние данные, всплыл препарат, на который на данный момент некоторые возлагают надежды. Это называется он претомонит. Но он нигде не зарегистрирован, его невозможно купить, он проходит только определенную фазу испытаний. На данный момент он, по-моему, на третьей фазе был одобрен FDA, то есть в Америке. Естественно, ни в Европе, ни в России этот препарат не продается, найти его невозможно. Но что я хочу сказать, что несмотря на то, что на него и возлагаются какие-то надежды, его эффективность еще фактически не доказана. Доказанная эффективность существует только для известных препаратов. На данный момент при мультирезистентности начальную фазу лечения используют 5 антибиотиков, а в последующую 4 антибиотика и продляют сроки лечения. Вот антибиотики, которые показали наилучшую выживаемость, это именно при мультирезистентности. Значит, это схема, которая включает линезолид, левофлоксацин, карбапенемы, бедаквилин, моксифлоксацин и клозамин. Вот это я вставляю не для экзамена, а скорее для тех, кто как бы начал работать в этой области, да, кому сейчас что-то вот интересно немножко покопаться. Вот эти данные по этим антибиотикам — это из метаанализа 2018 года. То есть, может быть, вскоре выйдет что-то новое, ну вот пока что ничего. Теперь непосредственно к схемам лечения. Значит, смотрите, туберкулез можно подразделить, опять же, на два вида, на два типа. Есть так называемая латентная форма. Это когда есть инфекция, да, но это мы не называем болезнью. То есть иммунная система сдерживает каким-то образом возбудителя. То есть мы пока что не имеем дела с открытой формой. Мы не говорим о диссеминированных формах и так далее. То есть это не болезнь, это инфицирование туберкулезом или латентная форма туберкулеза. На следующем слайде будет схема лечения для активного туберкулеза, то есть для болезни туберкулеза, то есть для открытых форм туберкулеза. Все это проговариваю, потому что по-разному все называют, и, соответственно, студенты-ординаторы путаются. Итак, значит, сюда же, в эту схему лечения латентной формы, на самом деле включены и контактные, потому что контактные, как они рассматриваются? Они рассматриваются фактически как больные, потому что мы не знаем, то есть он болен, он не болен, вот он проконтактировал, может быть, он в периоде окна, и у него пока что пробы отрицательные, поэтому мы не знаем пока что его статуса. Поэтому мы фактически всех контактных рассматриваем как больных и назначаем так называемую химиопрофилактику. На самом деле термин химиопрофилактика иногда используют и в значении лечения латентной формы туберкулеза, потому что, по сути, мы занимаемся профилактикой возникновения активной формы. Вы видите вот этот верхний квадратик, да, изониазид 6 месяцев. То есть препаратом выбора является изониазид и стандартная схема 6 месяцев. Но потом вы видите, да, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев. Дело в том, что в любую схему можно продлить, а продляется она в зависимости от ситуации, в зависимости от пациента. Я сделала градуировку по цвету, чтобы вам было немножечко, наверное, легче как-то вот воспринимать эту схему. Значит, в чем, давайте ее попробуем разобрать. Но если упростить, то стандартная схема 6 месяцев, а если возникают какие-то проблемы, если какой-то сложный пациент, то фактически схема продляется. Единственное, что для экзамена нужно какие-то моменты помнить, да, то есть где сколько месяцев. Давайте разберем. Давайте начнем снизу. Значит, первое — это когда у нас тесты, то есть МАНТУ или интерфероновый тест, они у нас отрицательные. Фактически это контактные лица, да, то есть те, которые проконтактировали с бациловыделителем.
И вот здесь у нас мы можем их подразделить на две большие группы. Это те, кто старше 20 лет, и те, кто младше 20 лет. Как я уже сказала, дети считаются, что они очень подвержены, восприимчивы к палочке, то есть они легко заболевают. А вот, скажем, возможности печени к восстановлению у них пока что еще высокие. Поэтому, если даже мы начнем кормить ребенка препаратом гепатотоксичным, то, скорее всего, все пройдет гладко, все пройдет хорошо, то есть без всяких побочных эффектов, но при этом мы защитим его от туберкулеза. То есть, когда мы взвешиваем, да, риски, ну, там, плюсы и минусы, то мы предпочитаем все-таки накормить ребенка антибиотиком, чем не кормить его. Именно поэтому мы делим всех на вот эти две большие группы: до 20 и старше 20. Если человек старше 20, то, а у него тест отрицательный, да, возможно, что он в периоде окна, то есть возможно, что у него пока что тест отрицательный. Тогда мы его отпускаем домой, но он обязан к нам вернуться. Он должен вернуться через 2-3 месяца и повторить пробу. Если проба отрицательная, ну значит все хорошо, значит лечения так и не будет. То есть это самый легкий, самый лучший, самый прекрасный вариант, когда мы этого пациента вообще не кормили антибиотиком. Другая ситуация, если через 2-3 месяца проба манту у него стала положительной. Такое лицо считается, это так называемая конверсия, да, вот этого результата манту в последние 2 года. Обратите внимание вот сюда, вот это для экзамена нужно запомнить. Если манту стал положительным в течение последних 2 лет, ну, имеется в виду, то есть это произошло месяц назад, 2 назад, 3 назад, год назад, то есть вот буквально недавно, то тогда лечение мы продляем до 9 месяцев. То есть не стандартную минимальную схему используем, а используем 9 месяцев. И то же самое вот с этим контактным лицом. Фактически он был отрицательный, а сейчас он стал у нас положительным через 2-3 месяца. Это фактически как изменение показателя вот этого манту за последние 2 года. Помните, мы говорили о том, что есть повышенный риск развития заболевания, да, в течение первых 2 лет. Вот именно этим и продиктована вот эта цифра 9 месяцев. То есть мы стараемся защитить человека от развития активной формы заболевания. Поэтому стандартная схема не 6 месяцев для них, а 9 месяцев. Так, обратила на это внимание. Дальше. Следующая группа – это дети. Вот казалось бы, дети, да, ребенок, как же так, мы ребенка и за неозидом. А вот нет, да, вот надо ребенка, несмотря на то, что у него отрицательные показатели, у него может быть прекрасный рентген отрицательный, да, все отрицательно, но он проконтактировал с бациллоносителем. Ну, имеется в виду тесный контакт, может быть, проживал вместе, да, и так далее. Этого ребенка мы сразу начинаем кормить изониазидом. Кормим мы его в течение 2 месяцев. Через 2 месяца ребенка нужно снова привести и снова сделать пробу. Если проба будет отрицательная, то тогда антибиотик, который ребенок кушал, можно отменить. А вот если проба на этот раз выйдет положительно, то опять же нам приходится продлять лечение до 9 месяцев. То есть 2 месяца он уже ел этот препарат, и нам еще до 9 месяцев, то есть еще плюс 7 месяцев, да, плюс 7 месяцев он должен еще есть этот изониазид. И отдельная группа пациентов – это люди с иммуносупрессией. Иммуносупрессия может быть какой угодно. Это может быть ВИЧ, это может быть люди, проходящие лечение биологическими препаратами, кортикостероидами и так далее. А если был контакт с бацилловоделителем, независимо от того, что у него манту или квантифероновый тест отрицательный, мы обязаны его лечить в течение 12 месяцев, увы, но это так. Теперь рассмотрим, что же будет, если у нас тесты положительные. То есть сюда входят все те, кого мы, ну, все больные и все проконтактировавшие с положительными результатами.
Если пациент моложе 35 лет и нету никаких противопоказаний, ну, имеется в виду с точки зрения там, печени, да, то есть там все хорошо, то лечение будет длиться 6 месяцев. Про то, что изменение теста, результата теста МАНТО или квантифицированного теста в последние 2 года изменился, мы уже проговорили. Мы обязаны продлить уже на 9 месяцев, да, до 9 месяцев. Если это лицо продолжает проживать с бациллово-делителем, да, ну, например, там, ну, не могут, там, пожилой человек, например, больной, да, и за ним, естественно, уход нужен и так далее, то есть невозможна изоляция, то тогда тоже продляется терапия до 9 месяцев. Ну и различные проблемные там силикоз, фибротические изменения в легких, иммуносупрессия, в общем, все сложные пациенты, все продляются до 12 месяцев. И вы еще видите еще один вот этот квадрат, рифампицин, где говорится, да, что 4 месяца может длиться терапия. И вот действительно есть исследования, которые показали, что эффективность более коротких сроков лечения с помощью рифампицина имеет место быть. Но я вам это даю только для экзамена, потому что да, в Европе, например, туберкулез чувствителен к рифампицину. В странах, где туберкулез составляет большую проблему, есть множество устойчивых штаммов. Поэтому данное утверждение справедливо для благополучных по туберкулезу стран и для экзамена. Теперь будем говорить про лечение активной формы туберкулеза. То есть это различный диссеминированный туберкулез, туберкулез, который там, миллиардный туберкулез и так далее. То есть любая активная форма заболевания. Лечение активной формы делится на две фазы. Интенсивная и фаза продолжения. Я там уже заикалась, да, про эти две фазы. Вот теперь вы должны понимать, да, что такое, что у нас есть две фазы. Первая фаза, она длится 2 месяца и содержит много антибиотиков, да. И вторая фаза не менее 4 месяцев и содержит мало антибиотиков. И в сумме все лечение минимум 6 месяцев должно составлять. Но по факту получается, что люди зачастую лечатся годами. В интенсивную фазу входят 4 препарата: изониазид, рифампицин, пирозинамид и этамбутол. Но этамбутол стоит особняком, потому что если по результатам посева от данного пациента окажется, что его палочка чувствительна ко всем видам антибиотиков, то коктейль можно сделать из 3 антибиотиков: изониазид, рифампицин, пирозинамид. Последующая терапия, как бы поддерживающая терапия, да, она ведется на 2 основных антибиотиках. Это изониазид и рифампицин. Это база. А дальше мы уже начинаем моделировать. Я взяла информацию из европейского мануала и упростила ее. Значит, смысл такой. Если что-то усложняет терапию, например, поражение костей, да, туберкулезу, где препарат достигает нужной концентрации медленно, или поражение мозговых оболочек, или наложение каких-то других заболеваний, например, там наличие силикоза того же. Все это будет удлинять вторую фазу терапии. Вот можно посмотреть. Значит, при силикозе или при синдроме иммунодефицита продляем вторую фазу до 7 месяцев. То есть в сумме с начальной фазой получается 9 месяцев, да? То есть начальная фаза из бомба-коктейля 2 месяца, поддерживающая терапия в течение 7 месяцев. Итого 9 месяцев, да? Понимаем. Трудный туберкулез, значит, продляем до 10 месяцев. Что значит трудный? Это всякий туберкулез костей, мозговых оболочек и так далее, да? Миллиардный туберкулез,
продляем до 16 месяцев. То есть в сумме получается 1,5 года. Опять же, да, начальная фаза с бомбококтейлем 2 месяца и поддерживающая терапия, последующая фаза 16 месяцев. Что касается ВИЧ, есть там одна особенность. Значит, если до этого, до того, как мы назначаем вот этот, как мы столкнулись, скажем, с туберкулезом, когда мы принимаем решение о назначении лечения, вот если до всего этого пациент не знал о том, что у него ВИЧ, или знал, но не лечился, то есть не получал антиретровирусную терапию, то если мы назначим одновременно и противотуберкулезное лечение, и антиретровирусную терапию, то может так получиться, что в ответ на противовирусную терапию возрастет количество Т-хелперов, и у пациента может появиться температура, может ухудшиться радиологическая картина туберкулеза, потому что иммунная система начнет активно сопротивляться. Это так называемый воспалительный синдром восстановления иммунитета, или ИРИС от английского, да, и immune R reconstitution и inflammatory ES syndrome, да, ИРИС, воспалительный синдром восстановления иммунитета. Чтобы избежать этого синдрома, антиретровирусную терапию начинают после завершения начальной стадии, то есть через 2 месяца, да, после начала лечения туберкулеза. Если все совсем плохо и количество лимфоцитов очень низкое, то тогда ждут только 2-3 недели, но все равно ждут, да, от начала лечения туберкулеза, и только потом назначают антиретровирусную терапию. Но первая фаза, она у нас всегда 2 месяца. Да? Первая фаза бомба-коктейль всегда 2 месяца, вот, а вторая фаза, вот, она уже может варьировать. Но дело в том, что в первой фазе тоже могут возникнуть проблемы. Например, палочка может быть устойчива к одному из антибиотиков. Или пациент может не переносить один из антибиотиков. Тогда мы можем заменить этот антибиотик на хинолоны или стрептомицин. На самом деле, на любой антибиотик второй линии, если нам нужен, например, внутривенный, то мы, естественно, там выбираем из тех антибиотиков, которые были перечислены на предыдущем слайде. Соответственно, но вот это вот, вот эти, их нужно запомнить просто для экзамена, потому что именно их любят спрашивать, да? То есть первое, на что меняем, там добавляем хинолоны или стрептомицин. Естественно, что если мы заменяем один из ведущих основных антибиотиков, то нам приходится продлять вторую стадию. А насколько продлять? А вот это зависит от того, какой антибиотик мы заменили. Значит, обратите внимание, что если мы заменяем изониазид или рифампицин, которые входят на самом деле и в поддерживающую терапию, в последующую стадию, да, во вторую стадию, то, естественно, мы заменяем это и во второй стадии тоже, да? И получается, что пациент вместо 6 месяцев, там, ну, естественно, мы продляем терапию, и пациент лечится там, полтора года, да, там, и так далее. Обратите внимание на рифампицин. Я его выделила красным, потому что если палочка устойчива к этому антибиотику, то фаза продолжения будет состоять не из двух, а из большого количества антибиотиков. 3, то есть там 3-4, то есть там стоит вот этот плюсик, потому что там зависит, да, от многих обстоятельств. Вам для экзамена очень важно запомнить, что если палочка устойчива к рифампицину, то, к сожалению, лечение будет очень долгим, да, то есть полтора года. И коктейль из антибиотиков будет не только в первую фазу, но и во вторую продолжающую фазу тоже. В
Фактически это тоже, да, что происходит при мультирезистентности, когда мы выбираем совершенно другую схему, которую мы уже проговорили, но терапия там будет очень длительной. Да? В общем, вы видите, что все сложно. У нас есть препараты первой линии, это те, которые перечислены в нашем коктейле, да, изониазид, трофипицин, пирозинамид и там бутол. Ну, еще стрептомицин, которым мы, он тоже входит в препарат первой линии, которым мы обычно заменяем что-нибудь вот из этого, да, если вдруг что-то пошло не так. Хинолон – это препараты второй линии, но, в принципе, мы их тоже как бы держим на, под рукой, потому что ими мы тоже можем заменять что-то из этого. Так, и еще один момент, нужно помнить, что если поражены серозные оболочки, например, туберкулезный менингит или перикардит, то в схему лечения нужно еще добавить глюкокортикоиды. То есть помимо антибиотиков, глюкокортикоиды при поражении. И теперь давайте разберем некоторые экзаменационные задачи. Я решила подобрать разные, понадергала. Соответственно, давайте попробуем. Просто чтобы вы знали, на что обращать внимание. Первое. Пациент месяц находится на стандартном лечении туберкулеза. В крови мочевая кислота 12 мг на децилитр. Жалоб не предъявляет. Какие действия предпринять? Имеется в виду на стандартном лечении, имеется в виду, да, что у него активный туберкулез, и он принимает бомба-коктейль, да, который состоит из нескольких антибиотиков, в который входит пирозинамид, которого побочный эффект гиперурикемия. Я напомню, что норма мочевой кислоты составляет 7 мг на децилитр. То есть мочевая кислота повышена, но жалоб пациент не предъявляет. Соответственно, мы говорили о том, что если жалоб нет, то в принципе мы продолжаем лечение. Да? То есть в данном случае ответ – продолжать лечение. Следующее. Пациент 65 лет, от туберкулеза не вакцинирован, проба МАНТУ 3 мм. Повтор пробы через 10 дней 13 мм. И варианты ответа. Первый результат ложноположительный. Первый результат верно положительный. Первый результат верно отрицательный. Первый результат ложно отрицательный. Дала пару секунд, да, подумать. Значит, теперь давайте разбирать. Первое. Значит, так как пациент у нас не вакцинирован. Проба МАНТУ в данном случае считается положительной от 5 мм. То есть проба МАНТУ в данном случае у нас считается отрицательной. Но повтор пробы через 10 дней составил реакцию в 13 мм. То есть дал положительный результат. Что произошло? Здесь на самом деле рассказывается о эффекте бустер, да, когда мы либо пожилым пациентам, либо пациентам с иммуносупрессией, когда мы все-таки подозреваем, что у него есть туберкулез, а проба вышла отрицательной, мы еще раз через недельку делаем ему МАНТУ, и если проба выйдет положительной, да, то это вот запоздалый ответ его иммунной системы. То есть он действительно болен. Теперь давайте разбирать первый результат и заодно разберем и второй результат. Значит, первый результат, он у нас был отрицательный, но пациент на самом деле болен. Поэтому первый результат у нас ложно отрицательный. А вот второй результат, второй, когда мы уже получили вторую МАНТУ, он будет верно положительный, да, верно положительный. В чем преимущество интерферонового теста перед МАНТУ? Не дает ложноположительных результатов у вакцинированных. Большая вероятность определить реактивацию туберкулеза. Большая вероятность определить эффективность профилактики изониазидом. Отсутствие ложноотрицательных результатов у лиц с иммуносупрессией. Можете ставить видео на паузу, пытаться отвечать, я продолжу, да? Значит, смотрите, на самом деле вопрос с подвохом, потому что квантифероновый тест, он действительно более чувствительный, чем МАНТУ, и мы могли бы сказать,
что это отсутствие ложно-отрицательных результатов у лиц с иммуносупрессией. То есть там, где МАНТОУ будет отрицательным, квантифероновый у них может быть положительным. Но это неправильный ответ. Неправильный. Почему? Потому что на самом деле ложно-отрицательные, тут говорится именно отсутствие ложно-отрицательных результатов. На самом деле квантифероновый тест может быть отрицательным у лиц с иммуносупрессией, если количество лимфоцитов низкое, а тест все-таки базируется на интерфероне, который синтезирует лимфоциты, то он может выйти ложно-отрицательным. Поэтому, да, он более чувствительный, чем МАНТО, но вот этот вариант ответа, он неправильный. Единственный правильный вариант ответа – это то, что он не дает ложно-положительных результатов у вакцинированных, потому что МАНТУ – это комплекс белков, в которых в том числе входят и те белки, которые входят в вакцину. Да? А квантифероновый тест – это определение интерферона, который синтезирует лимфоциты, специфические для микобактерий туберкулезис. Вот такая интересная задача. Значит, мужчина, 29 лет, 3 месяца увеличен лимфатический узел в подмышечной впадине. Все, что угодно может быть, да, начиная там от онкологии, саркоидоз, все что угодно, да. Из анамнеза, 9 месяцев назад, индуративная эритема. Вот почему я посвятила, да, там целый слайд кожным проявлениям туберкулеза, потому что это реальная задача, которая была, ничего больше, только отсылка к индуративной эритеме. То есть вас должно щелкнуть. Ага, скорее всего, тут речь идет о туберкулезе. И ему пробиопсировали этот узел. И дают, эта задача, она сопровождается вот такой вот электронной фотографией. На электронной фотографии вы видите, да, во-первых, зону розовую некроза, которая окружена макрофагами, более светлая вот эта вот зона, клетка Лангханса многоядерная, и дальше еще целый вал лимфоцитов, более темный, да, вот этот вал. То есть вы понимаете, что это гранулема. Вам остается дифференцировать гранулему при саркоидозе от гранулемы при туберкулезе. Но здесь вам подсказка, это вот эта вот зона некроза розовая, которая, значит, вошла в фотографию. То есть правильный ответ в данной ситуации — туберкулезный лимфаденит. Комплекс туберкулезных микобактерий, которые включают палочку, которая вызывает туберкулез, микобактериум туберкулезис хоминис или палочка Коха, а также другие микобактерии. И нужно выбрать неправильный ответ, то есть это ту микобактерию, которая не входит в этот туберкулезный комплекс. Значит, для этого нужно вспомнить, какие же входят. Африканум, бовис, канетти, капра и микротти, да. Ну, на самом деле, вот это наша любимая БЦЖ, да, БЦЖ, это что это такое, что это за палочка? Она на самом деле ослабленная микобактериум бовис, да, то есть это то же самое, да, то есть микобактериум бовис. Единственное, которое не входит, это какая-то авиум интрасель, какая-то внутриклеточная авиум. Ну вот ее, соответственно, и выбираем. То есть это неправильный вариант ответа. То есть неправильный. Это палочка, которая не входит в туберкулезный комплекс. Микобактерии авиум интраселлюляри. Следующая задача. Пациент с активной формой туберкулеза. Назначено стандартное лечение. Изониазид, рифампицин, пиразинамид и тамбутол. Через 20 дней после начала лечения приходит результат о резистентности палочки к рифампицину. Какой режим лечения выбрать? Изониазид, пиразинамид и тамбутол 12 месяцев. Изониазид, пиразинамид и тамбутол 12 месяцев плюс стрептомицин 2 месяца. Изониазид, пиразинамид и тамбутол 12 месяцев плюс хинолоны 2 месяца. Изониазид, пиразинамид и тамбутол, хинолоны 18 месяцев, изониазид, пиразинамид и тамбутол 18 месяцев плюс стрептомицин и хинолоны 2 месяца. На самом деле сложный вопрос,
Вспоминаем нашу схему, да, стандартную. Если палочка оказывается устойчивой к одному из этих антибиотиков, то заменяем на хинолоны или стрептомицин и продляем сроки лечения. И вспоминаем про рифампицин. То есть ищем. То есть у нас по максимуму, как при мультирезистентности, да, то есть у нас большое количество антибиотиков, и все это до полутора лет. Поэтому ищем схему, где предлагается полтора года и куча антибиотиков. А эта схема, это вот это, изониазид, пиразинамид, этамбутол, хинолон, 18 месяцев. Пациент, 26 лет, уроженец Эквадора. Лечится от псориаза. Да? Стандартное лечение без успеха. Планируется лечение инфликсимабом. В этой связи направлено выявление скрытого, ну, то есть латентного туберкулеза. Результаты. Манту 16 мм. Радиография норма. Дальнейшее введение пациента. Начать лечение изониазидом на 9 месяцев. Начать лечение изониазидом, рифампицином, пиразинамидом и этамбутолом. Начать лечение инфликсимабом. Назначить КТ грудной полости и бронхоскопию с отбором проб на посев на микобактерии или начать лечение рифампицином и пиразинамидом на 9 месяцев. Ну, здесь на самом деле стандартно, да, то есть положительная проба МАНТУ, хоть и радиография нормы, но просто не выявляется эта, да, область. Но у нас человек инфицирован. Соответственно, мы будем применять лечение для латентной формы туберкулеза. Вспоминаем лечение латентных форм туберкулеза, да, это изониазид. Соответственно, находим, где у нас тут изониазид на 9 месяцев. Да, изониазид на 9 месяцев. Следующая задача. Пациент наркозависимый. Недавно вышел из тюрьмы. Проба МАНТУ 10 мм. Год назад отрицательно. Снимок легких норма. Тактика ведения. Вот это, кстати, вопрос, на котором попадаются наши студенты, потому что проба МАНТУ 10 мм, что это такое? Это отрицательный результат, да, для русских. Но задача международная, поэтому про вакцинацию здесь ни слова вообще нет, и возможно, что этот пациент не вакцинирован, а это означает, что проба МАНТУ у него положительная. Хоть и снимок легких норма, но при этом МАНТУ положительная. Поэтому мы считаем, что у этого человека латентная форма туберкулеза. Понятно, да? Не нуждается в лечении. Ежегодный контрольный снимок легких. Это то, что выбирают на самом деле русские студенты. Посев мокроты на микобактерии, лечение в случае положительного результата. Изониазин 9 месяцев. Лечение антибиотиками в течение 4 месяцев. Лечение рифампицином и пиразинамидом в течение 2 месяцев. Ну, как бы на самом деле уже можно выбрать изониазин 9 месяцев, но давайте все-таки, ну, то есть мы понимаем, да, что лечение латентной формы туберкулеза. Латентная форма туберкулеза – это один антибиотик, изониазид. У нас такая схема здесь только одна. Но на самом деле я призываю вспомнить эту нашу табличку. Зачем? Затем, чтобы вы обратили внимание, почему не 6 месяцев, да, почему 9 месяцев. Потому что у него год назад МАНТУ был отрицательный, а вот сейчас он у него после по выходу из тюрьмы стал положительным. То есть это изменение результата в течение, ну, в последние 2 года. А это означает, что схема должна быть не стандартной 6 месяцев, а 9 месяцев. А вот вопрос, опять же, который российским студентам очень сложен, да? Сейчас мы его разберем. Но эту задачу ее вообще очень важно понимать, потому что она важна не только для экзамена, но и для жизненной практики. Смотрите, ребенок 1 год. У матери диагностирован туберкулез в открытой форме. Ребенок без симптомов. Проба МАНТУ отрицательна. Рентген легких норма. Тактика ведения. Первый вариант. Разобщение с матерью до окончания ее лечения как минимум на 6 месяцев. КТ легких. Если норма, повторить пробу МАНТУ через 8-12 недель. Химиопрофилактика изониазидом до получения отрицательных проб мокроты у матери. Химиопрофилактика изониазидом 6-9 месяцев. После повторить пробу МАНТУ, рентген, чтобы решить о дальнейшем лечении.
Химиопрофилактика зениазидом 8-12 недель. После повторить пробу МАНТУ, если отрицательно, отменить лечение, если положительно, рентген и по результатам решить о тактике лечения. Российские студенты выбирают разобщение с матерью. Это то, как у нас в России поступают, да? Но ребенку год, то есть его помещать в специализированные, да, там, учреждения, в санатории так называемый, как бы на самом деле это садистские методы. В Европе так не делают. Значит, что делается? Просто матери назначается лечение, а ребенку назначается химиопрофилактика. Мы помним, да, что у нас была схема, где всех контактных, вот у него вроде бы все отрицательно, хоть у него МАНТУ отрицательный, рентген отрицательный, ребеночку-то всего год, жалко его бедненького, но группу младше 20 лет мы обязаны лечить, мы обязаны проводить химиопрофилактику, потому что риск заражения у них гораздо выше, чем риск гепатотоксичности, проявления гепатотоксичности препарата. Поэтому мы уже сейчас должны назначить этому ребенку изониазид на 2 месяца. Мать в течение этих 2 месяцев, опять же, тоже мокрота, да, да, та же достигнет стерильности, да, что нам тоже на руку. И, собственно, по истечении 2 месяцев мы должны опять провести пробу ребенка, потому что он мог быть в периоде акне, у него мог быть, на самом деле, он может быть уже болен, он мог месяц назад заразиться, ну там 2 дня назад заразиться, и пока что у нас результат отрицательный, а так может он положительный быть. Значит, соответственно, мы через 2-3 месяца мы его опять проводим ему диагностику. Если все отрицательно, значит мы антибиотики отменяем. И у матери уже, да, там стерильность и мокроть, то есть все хорошо, она его уже не заразит, она уже лечится. А соответственно, если у ребенка будет проба положительна, тогда придется его лечить, да, то есть мы его лечим изониазидом как латентную форму туберкулеза. Теперь давайте смотреть. Значит, вот у нас, соответственно, вот этот вариант ответа. Химиопрофилактика изониазидом 8-12 недель. 8-12 недель – это как раз наши вот эти 2-3 месяца. После этого он должен повторить пробу МАНТУ, и если отрицательно, то тогда мы лечение отменяем. Если положительно, то тогда придется уже принимать решение, да, там, по течению заболевания. То есть у них никто же не отменял и более там диссеминированный, например, туберкулез. То есть там уже будем принимать решение по результатам.